Oui. Bada. Bada. Научу вас путешествовать. Бодоборода. Личный самолет. Дети, что я здесь делаю? Бода, это потому что ты популярный. Заканчивается посадка на рейс номер 12 в Женеву. Бода, твой самолет. Да, дети, я популярный. И это мой личный самолет. Айда, прокачусь. Так, а где самолет? Господина Бодоборода просим пройти к выходу номер 5. Я слишком популярный, чтобы к самолету идти. Пусть мне VIP, трансфер и автобус подадут. Бода, это никакой не личный самолет. И тебе нужно поторопиться, а то на рейс опоздаешь. Вот дают. Опять красную дорожку постелили и поклонников согнали. Учитесь, дети. Сейчас я буду идти, а фанаты будут хлопать и фотографировать. Бода, это не фанаты, а просто пассажиры, которые летят тем же рейсом. Душновато, правда? Вы же знаете, что я летаю, высунув нос. Откройте окно, пожалуйста. Иллюминаторы в самолете герметично закрыты. На высоте в воздухе мало кислорода, поэтому воздух закачивают в самолет и специально обрабатывают. Если же открыть окна, в самолете станет нечем дышать. Да ты не тушуйся! Чувствуй себя как дома! Сейчас повеселимся на славу! Во время полета нужно сидеть в кресле, пристегнувшись ремнем безопасности. А питание на большинстве рейсов заранее приготовлено и включено в цену билета. Ох, не просто быть звездой. День и ночь все заботятся. Шагу не дают ступить. Ладно, дети, ради вашей безопасности весь полет буду спать на верхней полке. Верхняя полка предназначена для багажа. Залезать на нее небезопасно. Опять опасности? Это уже слишком. Я вам тут не для того самолет присвоил, чтобы меня с багажом смешивали. Забирай себе верхнюю полку, а я ухожу из авиации. Просьба не беспокоиться. Это воздушные ямы. Я могу чем-нибудь помочь? Остановите самолет. Я слезу. Ух ты! Это же сам Бодоборода! Я пилот этого самолета. Пилот? А кто же тогда самолетом управляет? На борту всегда есть второй пилот. А еще программа автоматического управления. Автопилот. Мы все большие ваши поклонники. Да? Видали? Даже автопилоты мультфильмы со мной смотрят. Ладно, не останавливайте самолет. Но давайте без всех этих ремней безопасности и... Меры безопасности одинаковы для всех пассажиров. Но, может... Бода, у тебя теперь правда личный самолет? Ха! Личный самолет, дети, это прошлый век. А у меня контракт с авиакомпанией. Приветствую вас на борту самолета Boda Airlines. Прослушайте инструктаж по безопасности полетов на бородатых авиалиниях. Как нарисовать карту? Два часа уже. Ну где же они? Привет, дети! Привет, Бода! Ты кого-то ждешь? Фанатов своих! Буду им открытки и плакаты подписывать. Встреча в 10 утра, а их все нет. А они знают, где тебя найти? Вот, написано же. Как войдете в Бодобородию, сразу налево, направо и вверх, пока не свалитесь в речку. А там уже рукой подать. Бода, лучше использовать карту. Либо бумажную, либо в телефоне. Здесь отмечены города, улицы и дома. И можно проложить маршрут. О, достопримечательность! Неплохо придумано! Так, дом Бода, искать!
вашему запросу ничего не найдено. Водобороде искать. По вашему запросу ничего не найдено. Лучший учитель в мире искать. По вашему запросу... Да что такое? Москва есть, Токио есть, даже Мухадёровка есть. А меня нет. Фанаты же потеряются. Бедный фанатик. Так, дети, сейчас я научу вас делать карту, чтобы фанаты зря по лесу не блуждали. Вот, лучшая карта Бодобородий. Бода, по такой карте сложно найти твой дом. Обычно местные сначала фотографируют со спутника. Ладно, так тоже неплохо. Теперь достопримечательности для ориентира. Вот первая. Бода, достопримечательность – это что-то особенное. Ох, дети, как же с вами сложно. Вот так. Вот вам особенная яма с носками. Бода, но... На капризы нет времени. У нас фанаты в лесу плачут. Хорошо. Какие у тебя еще есть достопримечательности? Да у меня их 100-500. Записывайте. Мост через много проблем. Треугольник успеха. Парк скульптур Бода. И, наконец... Ба-ба-ба-бам! Лестница! О, а куда она ведет? Сейчас узнаем. Так и запишем. Лестница вниз. Так, загружаем в Бубу карты. Укажите координаты объекта. Обжоу и крылышемный импра. Неопознанная ошибка. Чего это? Бода, в приложении не загрузить карту, не зная координат. Тебе нужно определить широту и долготу своего дома и других объектов. Или просто отправить фанатам карту по электронной почте. Наконец-то! Все, карту я вас делать научил, урок окончен, мне тут и прибраться надо. Пока, Бода! Вон, идут уже поклоннички. Пока-пока, дети. Сонное сафари. Бода, ты чего не спишь? Морфики разбудили. Теперь не спится. Чтобы уснуть, можно считать овец. Дети, вы все перепутали. Считать нужно не овец, а слонов. Срочно едем на родину слонов, в Швецию! Бода, слоны живут в Индии и в Африке. Ну так и тем более, едем в Африку! Итак, дети, перед вами африканская слонанна. Не слонанна, а саванна. Это огромная равнина. Тут повсюду растет высокая трава и немного деревьев. Баобабы, акации и пальмы. В саваннах тепло круглый год. Кстати, саванны есть не только в Африке, но и на других континентах. Пойдемте уже быстрее, слоны сами себя не посчитают. Одному по африканской саванне ходить опасно. Здесь много диких животных, и можно легко заблудиться. Туристы ездят на машинах с гидом, который хорошо знает местность. Это называется сафари. Ха! Местность он знает! Посмотрите вокруг, что тут непонятного. Идем пешком. Ой, смотрите, какие огромные яйца. Это точно гнездо слона. Подождем, пока вылупятся слонята, и по осени их посчитаем. Бода, у слонов гнезд нет. Это гнездо страуса. Подушку верни. О, слышите, слоны бегут. Сейчас посчитаем. Бода, тебя же затопчут. Дети,
Почему вы меня не предупредили, что в Африке слоны в полосочку? Я таких считать не умею. Бода, это не слоны, а зебры. Бода, а что ты делаешь? Такси вызываю. Здрасте. К слонам, пожалуйста. Не то. Опять не то. Тут где-нибудь слоны вообще есть? Всех найду, посчитаю их. Бода, обезьяны. Кыш, кыш, а ну кыш. Так и без ценных вещей остаться можно. Эх, придется самому засыпать. Без слонов. Ну, Бода, мы хотим посмотреть слонов. Завтра поедем в Индию и посмотрим. А пока... Бода, слон! Слона и носорога оставьте у порога. Что? Слоны! Ура! Усохни, моя бородушка, слоны! Считать не пересчитать! Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Бода, давай утром досчитаем. Дети заснули, кажется. За мной на цыпочках.